Це приємно, коли телефонують до задоволення. Це зараз якраз всі такі агресивні, то морози мішають, то грошей нема мішають, то самі соплі жують, самі нічого не роблять. І все їм мішає. А погано танцору ж, ви знаєте, яйця мішають. Розумієте, так і оце всім зараз. У нас просто така нація, щоб ходити, плакатися і думати, що хтось за них щось зробить. Ніхто за них нічого не зробить, треба самим робити. Добрий день, пряма лінія, назвіть, будь ласка, задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Денис, это вопрос Михаилу Михайловичу такой. А кто из звезд учится в вашем вузе? И вот еще второе такое уточнение. Возвращают ли они творческие дивиденды, которые вы им даете в самом начале? Спасибо, спасибо. Ну, я хочу сказать, что, например, закончили Ирина Билек, Ани Лорак, Виктор Павлик, Могилевская, ну, то есть, которые закончили Национальный университет культуры, очень много. От. А учаться зараз Міка Ньютон, брати Борисенки, Влад Яма, Апрель, гурт Скай, от. Сергій Недашковський, Олег Савчук, Гайтана, гурт Друга Ріка, Діо там і так далі, Вадим Оленік і багато-багато інших. От. А значить дивідендів? Дивіденди – те, що вони вчаться, це вже добре. Якщо ми даємо їм небольшой творчий потенціал, а в них практика, і вони обогащають і наших студентів, і самі, і вважаю, що це хороший тандем такий, щоб ми готуємо національні кадри для соціально-культурної сфери. Спасибо, удачи вам. Спасибо вам, спасибо, спасибо. А часто бывает такое, чтобы сами студенты, ну, понятное дело, при поддержке администрации организовывали какие-то мастер-классы? То есть наверняка к вам приходят уже и достаточно, ну, такие практики. Ну, у нас мастер-классы, например, Сергей Лещенко. Он, до речи, он тоже студент нашего университета, он проводит и мастер-классы и учится сам на заочном. Я имею в виду на кафедре современной хореографии. Я даже был главный режиссер. Дальше. По гитару был мастер-класс. Как? По гитару. Я неправильно его назвал. Давайте. Мастер-классы тоже проводят все. Добрый день. Прямая ли? Чапки, до речи, мастер-классы проводит постоянно у нас. Он выпускник, кстати, института. Эти Чапки, выпускник института культуры. А как давно закончилось? 82 года ему. Но это он самый первый год. Добрый день. Прямая линия. Назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Здравствуйте. Михаил Михайлович, к вам вот такой вопрос, мне интересно, какие творческие коллективы есть в университете? Можете их назвать? Какие коллективы есть в университете, да? Ну, у нас в университете, например, такие есть на базе кафедры современной классической хореографии Сузи Рянникова у нас есть. У нас есть группа «Рваная меха», у нас есть народный хор имени Павлюченко, который ездит за границу везде и в Европу не выходит. У нас есть рваные, то есть червоні маки, у нас есть фольклорный коллектив «Кралиця», у нас есть капелла бандуристів, багато-багато інших. Це потрібно багато перераховувати. Так що колективи є, ну, хоча у нас це навчальний вуз. Колективи це не обов'язково мати, але на базі кафедр творчих є скрізь творчі лабораторії, творчі колективи. Ну, багато у вас колективів, не кожен вуз може таким. Дякую. Все. І духовий оркестр, і багато-багато інших. Дякую. Дякую. Я смотрю, в основному пору все-таки на національні якісь вот особливості. Ну, я по тим же названням колективів поділаю вивод, що... Я хочу сказати, що ми, наприклад, на сьогоднішній день зберігаємо народну творчість. Ми зберігаємо, у нас єдина кафедра народного пісенного виконавства в Україні. У нас кафедра фольклору, кафедра бандури кобзарського мистецтва, кафедра народної хореографії. Тобто ми зараз ставку зробили зберегти, перше зберегти то надбання, от, цю спеціальність зберегти, тому що це тільки фанати йдуть, сюди ж не йдуть. В основному всі члени-менеджери, юристи, економісти, а на такі, як народна пісня, бандури кобзарського мистецтва, бандуристи. Це вже тільки фанати, які генетично такі віддані патріоти. От вони йдуть. І я коли я дивлюся якогось бандуриста, то я його вже запрошую сам, щоб він продовжував вчитися. Я зацікавлений, тому що це є, ми повинні перше зберегти
А друге, розвивати народну творчість, народну пісню. Я хотів спросити, хто відслежує, ну, от там студент з'явився такой-то, такой-то, хто йому предлагає? А ціла команда працює, у мене ціла команда працює. У мене ж викладацький склад дуже потужний, він виїжджає на різні, по акторській майстерності, наприклад, Русакова їздить, наприклад, по бандурі кобзарського мистецтва, такі у нас Єсипок їздить, завкафтер бандури кобзарського мистецтва. Вони скрізь в журі, і вони цих дають самородків, і вони привозять сюди, і ми з ними говоримо, і дивимося, як їм допомогти. Добрий день, пряма лінія, назовіться, будемо задавати питання. Вернемося. Алло. Да, спрашивайте. Пожалуйста, скажите нам, почему нам уже оплачивать институт деньги? У меня девочка-сирота, вот, и она оплатила деньги, поступила, а потом перешла в училище учиться на бюджет. И вот уже 2 месяца ей не выплачивают деньги. Скажите фамилию девочки, мы сейчас разберемся. Фоменко Альбина Марина Николаевна. Фоменко? Альбина Марина Николаевна. Альбина Марина или что? Да, Марина у нее. Есть. Так, а где она училась у нас? Она сдала к вам документы, в семье дала, она на кого она сдала, потом перевели 10 человек к вам в институт. Потом она получила результат тестирования, а мне сдан тестирование. То надо, а кто она по специальности? Она поваром в Селидово заканчивала училище. То пускай подойдет ко мне, что она, где она сейчас учится? Она в Донецке нет училища учится, но она сколько у вас ездила, один не переводит. Хорошо. Я понял, телефончик. Телефон оставьте свой. Хорошо, пишите. Давай. 039. 039. Единица. Так. 2 девятки. Как вас величает? 264. Есть. Правильно, да? Да, Фомина Бенмарина. А как вас величает? Любовь Фанатина, мне 73 года, мне тяжело ездить. Я сегодня разберусь. Пожалуйста, помогите. Спасибо. А почему она не смогла, все же дети учатся из, как раз с этого техникума, училища, все дети учатся у меня на третьем, на четвертом курсе. Переходить в институт. После медучилища? Да, медучилища, потом будет к вам переходить туда, к вам. Это интересно. Это спасибо интересно. За звоночек. Спасибо. Записали. Спасибо. Спасибо. Да, я же хочу сказать, на рахунок самородки, в основном бандури есть народне пісенне виконавство, цитати, фольклор. Це, як правило, з бідних сімей. От ми їх повинні підтримати, матеріально і морально. Алло. Добрый день, прямая линия, назовитесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Наташа, я звоню из Киева. У меня такой вопрос, может быть, он, конечно, немножко покажется глупым, но я в последнее время очень часто слышу про институт Поповского и часто читаю о нем в прессе. Мне просто вот интересно, как институт добился того, что постоянно о нем рассказывают, ну, как бы, в чем секрет такой популярности, за счет чего? То есть постоянно какие-то конкурсы, постоянно... какие-то публикации, какие-то концерты Александра Михайловича, его выпускники постоянно светятся на телевидении. Как это все добивается? Спасибо. Как вас величает? Наталья. Наталья, а вы что закончили? Я закончила институт журналистики. Где? Национального университета. Шевченко. Да, но работа не по специальности. Ясно. Ну то придите, возьмите у меня интервью, я вам больше расскажу, потому что я так сейчас много не могу рассказать. Запишите мой мобильный телефон. Да, я записываю. 067. Так. 327. Так. 30. Так. 55. Это да. Мой после программы через минут 20 меня наберете, и я вам дам обширное интервью для какой-нибудь газеты, и вы, так сказать, начнете работать. Спасибо большое. Вот. А с точки зрения почему? Потому что молодая креативная команда работает со мной. Потому что я в один, вы знаете, лидер без команды, это не лидер. У меня хорошая команда. Я сейчас поменял на молодую креативную команду, которая проректора деканами работает до 30 лет. Завкафедрами. Так само 35 до 40 лет. А я самый старший там, понимаете, я уже так как Дед Мороз там. Понимаете, в чем дело? Но я, в принципе, создал условия, дал возможность реализовать себя и набрал тех профессионалов-лидеров,
по тех направлениях. Я не работаю. Тут мы готовим, например, международный фестиваль дизайна и рекламы на встречу Евро-2012. Это серьезный проект, серьезный проект. Мы сегодня готовим международный фестиваль студентских работ, Институт кино и телевидения готовит, где съедутся все ведущие институты со всех стран. Мы сейчас работаем по проектам другим. Но я думаю, более подробно я потом расскажу, когда вы мне позвоните. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Я думаю, если вы свой мобильный так часто раздаете, вам не будет... Да и узнает вся Украина. Так. Так, еще вопрос был, если помните. Вот, Любомир интересуется. Добрый день. Скажите, пожалуйста, чи можно перевестись до вас с інших вузов? Звичайно, можна з інших вузів на другий чи третій курс. Якщо по тому напряму, то на третій. Якщо не по тому напряму, то можна на другий здати різницю і вчитися. Добрий день, пряма лінія. Назовіть, будь ласка, задайте вопрос. Алло, здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Елена из Києва. Хотілося б такий вопрос. Скажіть, який девіз корпоративної культури вашого інституту? Я хочу сказати, команди студентів і університету ректора. Жити, любити, творити і перемагати. Чого я вам і бажаю. Ага, спасибо. Спасибо. Вопрос от Светланы. Добрый день. На русском. Добрый день, Михаил Михайлович. Вы учились в Александрийском училище культуры. Скажите, не планируете приехать в родные пенаты? Очень вас ждем. Значит, приедем. Скажите, мне приятно, что я закончил Александрийское училище культуры. Заочно, правда, вы знаете, заочно это все равно, что жена в Америке, а ты здесь заочно, знаете, как заочно учились тогда. Вот. Но я тогда работал директором сельского дворца культуры, я учился заочно, и я не мог возглавить районный дом культуры, потому что надо было среднее специальное образование. Вот так я с салом и с водкой ездил туда, заочно, как все заочники, на две недели брали сумки, водку, и вот сдавали потихоньку сольфеджио, гармонию и все остальное. Ну, помнят, видите. Помнят, да, я приеду, скажи. Следующий вопрос от Анны. Здравствуйте, Михаил Михайлович, я хочу поступать именно в ваш университет. Сейчас заканчиваю 10 класс, хотелось бы попасть к вам на день открытых дверей, когда будет возможно. Сколько стоит обучение? Традиционно мы тогда ответим, дадим телефоны, да, приемные комиссии и все остальное. Сайты дадим наши абитуриентам, ну, так как, чтобы мы знали, что нет. От Марины вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Планируется ли в ваших филиалах возможность получения образовательного уровня магистр по специальности дизайнер прически? Я хочу вам сказать, что у нас магистр будет только в головном вузе, потому что магистерская работа это уже не лучшие кадры профессора Кировского стало. Я думаю, магистр это 20% от того, что мы имеем, и это не все могут попасть на магистра. 20% от... А то идут специалисты и так далее. Я, к слову, хотел сказать, то есть, вот, когда я еще учился в других вузах, не ваших, вот, и тем не менее, как бы жаловались ребята, а то я сам с Никополя, город маленький, то есть головной вуз был там в Запорожье, к примеру, что в филиалах, ну, как бы, очень слабый состав профессуры, вот, а приезжают из Запорожья крайне редко. Вот, насколько у вас налажено вот это? У нас, во-первых, головной вуз выезжает десантами. И мы берем лучших преподавателей из запорожских вузов, например, с того города, где есть очень вузовский центр, очень мощный. Так что мы берем лучшую профессору. А десанты как часто? То есть эти десанты отправляются? Ну, раз в месяц десанты. Сколько профессура реагирует на постоянные разъезды, наверное, тоже? Нормально, это зарплата их, они заинтересованы материально. Я же их хорошо стимулирую материально, потому что вы же не думаете, что они такие... Они патриоты, но для того, чтобы человек работал, надо создать условия, хорошо платить, да, подпитывать им зарплатами. А когда хорошие зарплаты профессор получает, он с удовольствием ездит, потому что и командировка, и он, во-первых, немножко посмотрит жизнь в регионе и встретится с студентами. У нас отработано, у нас в контракте все записано. Следующий вопрос от Владислава. Скажите, пожалуйста, какой... Проходной балл в институт индустрии моды, веб-дизайна. Проходного слова такого нет. Столько слово проходной вообще не нравится слово проходной. Дело в том, что столько самые высокие баллы набрали по сертификатам, вот тем зачислены. И плюс льготники. Вот и все. Мы не можем сказать, сколько подадут с высоким баллом. Ясно.
от Дарьи вопрос. Уважаемый Михаил Михайлович, в нашем русскоязычном регионе всегда ощущается тяга к национальной народной украинской культуре. Этого не всегда ощущается тяга к национальной культуре, этого не хватает. Ваши замечательные концерты были бы очень кстати, ну и способствовали бы развитию молодежи, гордости свою страну. Поэтому ждем в Донецк. Собственно, просто приглашение. Ну, я, во-первых, учился в Горловке путем номер 25 по специальности машиниста электробуса. И год работал в шахте перед армией. Так что у меня подземного стажа год есть. Mm-hmm. Вот, так что я в Донецке с удовольствием, в Донецке очень хорошо принимаю. И Луганск, Донецк, это Запорожье, Харьков, Одесса, это Крым. Меня очень хорошо принимают. Я думаю, что в Донецке я скоро буду. Вот я, кстати, как бы от вас уже слышал неоднократно, то есть вы завязывали уже с эстрадой и говорили, ну, дескать, вот, пиар-проект, он закончен, все отлично, он стрельнул, то есть хватит. Тем не менее, я смотрю, до сих пор приглашают, и вы до сих пор соглашаетесь. То есть, ну, во-первых, я же не за деньги работаю, это первое. А во-вторых, это хобби, вот, переходящий в бизнес. А, кстати, вот, ну, с концертами приглашают, а не приглашают еще с мастер-классами, как-то не знаю, там. Мне просто, а мне 17 проектов, дай Бог, чтобы я успевал здесь в Киеве, не то чтобы езжать, а здесь в Киеве. А я мастер-классы провожу в Киеве, у меня же кафедра, где у меня 4 мощнейших лаборатории по отельно-ресторанному сервису. Так что я... Сколько у вас в сутках часов? Мне это интересно, как бы у нас это понимание началось... Ну, если говорить откровенно, я приезжаю на 11 на работу, я люблю поспать. Но я уезжаю после 22-23 с университета. Вот такой у меня распорядок дня. Значит, раньше 11 я не приезжаю, потому что если не выспался, университет сразу чувствует. Весь университет чувствует, что никто не выспался. Человек, я тоже хорошо высыпался, в хорошем настроении, он должен высыпаться, если хорошо чувствует. И я где-то в 11, ну, в идеальном это 12. Я нормально себе спокойно поплавал, походил, настроился, чашечку кофе без кофеина. Вот, 15 тысяч шагов прошел. Я уже боялся сказать отжимание. Не отжимание, потому что я рекомендую всем после 40 не бегать, не чтобы не загонять сердце, сосуды, а быстрая хода. Я обязательно. Вот я похудал, например, за полгода на 14 килограмм. Благодаря ходьбе. Да, ну и меня шеф-кухар... Все-таки 12-часовому рабочему. Нет, да. Нет, одно и другое. Но я же отказался от сладкого, от спиртного и мучного. Вот. И проект «Шеф-кухар страны» – это же тоже кафедра отельно-ресторанного бизнеса. Как вам, подожди, но наша кухня, она достаточно жирная, обильная, сытная, то есть и... Значит, вы плохо знаете украинскую кухню. Ну, там уже... есть и сало, это отдельный вопрос. Но я хочу вам сказать, при Щербицком мы давали членам политбюро сало по 70-90 грамм. Но оно было свежее в тот же день, и под шкирочкой были живі клітинки, які на розумову діяльність впливали. Так що сало треба їсти.